Людмила Ивановна Крикунова у нас первый. Да, вы открываете. Да, поэтому... Конечно, конечно. У вас есть 15 минут. Отстаивать дальше свое мнение. Можно представить, да? 68 лет. Второй случай он у вас был. Да, все. Спасибо. Оптимальное лечение – это то, что нам нужно было. Рекомендации вы сами видите, какие они. Подождите, а по лечению шейки матки мы с вами… Это не то? То, да? То. Да. Значит, что при первичном лечении? Вы меня извините, пожалуйста, да, если я буду что-то говорить. Высокий риск прогрессирования. Чем обусловлен? Аденокарциномы. Так ведь? Относительно радиорезистентности аденокарциномы. Что, плохо слышно меня? Вроде я громко говорю, да. В данной ситуации не обсужден вопрос в послеоперационном периоде брахитерапии или химиотерапии. Вопрос стоит по лапаротомии и лапароскопии, конечно, однозначно. Но вот сейчас впереди на этот счет разделились и очень сильно. По рекомендациям ей была показана химиолучевая терапия. Но больную прооперировали, очень хорошо сделали, провели ей лучевую терапию. Единственное, с учетом того, что у нее действительно аденокарцинома, обладающая гораздо меньшей радиочувствительностью, наверное, нужно было обсуждать возможность проведения еще брахитерапии помимо дистанционной лучевой терапии. И в последующем может быть курсы химиотерапии. Это по первому. Рецидив. Адъювантная химиотерапия, профилактическая она или была лечебная? Вот тут вот стоит вопрос. Больную прооперировали, прекрасно прооперировали, рецидив убрали, но опять-таки вопрос стоит о чем? Аденокарцинома, агрессивная аденокарцинома. Будет обязательно рецидив повторный. Что нужно делать? Можно провести в этом случае было брахитерапию? Можно было провести брахитерапию, причем 100% брахитерапию. А последующий подвести уже химиотерапию. Третий рецидив. Почему я говорю о брахитерапии? Ведь с радиобиологических позиций все ранние лучевые повреждения, они заканчиваются на сроке 3 месяца. И только на сроке 6 месяцев у вас развиваются поздние лучевые осложнения. Здесь нет ни слова ни о каких лучевых осложнениях. Ни ранних, ни поздних. Значит, нужно считать, что больная прошла без каких-либо осложнений. Так ведь? Второй рецидив. 19 месяцев прошло. Это уже, в общем-то, возможность для проведения полного радикального курса лучевой терапии. Почему? Потому что подведенная первичная доза, она не лимитирует возможность проведения повторной лучевой терапии. А буллезный отек никогда не являлся противопоказанием к проведению лучевой терапии. Существует лучевая терапия в традиционном режиме, в нетрадиционном режиме, с расщеплением дозы, но она существует, эта лучевая терапия, и вариантов для подведения ее очень много. Отсутствуют данные за внутритазовый фиброз. Они действительно, там никаких их не было показателей, что у больной есть какой-то внутритазовый фиброз, развивающийся после проведения любой лучевой терапии. Ну, а теперь посмотрите по рецидивам рака шейки матки. Я попробовала проанализировать, очень мало литературы. Первые данные были в 1950 году, когда Шмидт и Морф, они сообщили о 20-летней, 6-летней выживаемости при наличии того, что в то время было практически только Рокус, и больше ничего не было, не было ни ускорителей, никакой брахитерапии в то время автоматизированной еще не было, а были укладки вручные ради, и то у них идет 20% выживаемости больных после повторной дистанционной лучевой терапии. Причем больная перед этим получила оптимальные дозы лучевой терапии. Это в тех условиях, когда шло только гамма-облучение, а не электронными пучками. Дальше сообщили в 1984 году 60-летней выживаемости пациентов. 10 лет больные прожили, сочетая дистанционную лучевую терапию с брахитерапией. Но отмечают, что брахитерапия может быть использована только при небольших рецидивах во влагалище. Ну и очень большая статья, которую я нашла, и, в общем-то, она анализирует практически все случаи лечения лучевой терапии рецидива рака шейки матки, и я ее представляю здесь кратко.
Какие могут быть параметры для проведения лучевой терапии? Конечно же, размер опухоли, локализация опухоли, потому что центральные рецидивы лечатся одним методом, боковые рецидивы лечатся другим методом лечения. Можно подводить к ним. Доза и интервал без лечения. И средняя доза при повторной лучевой терапии не должна быть меньше, чем 47,5 грея в подновым расчетом ЕКЮД2. Время до повторного облучения автор указывает более 6 месяцев и оптимально свыше 12 месяцев. Но это вот рекомендации, которые существуют по лечению рецидива абсолютно во всех обществах. И вы видите, что здесь есть и химиотерапия, и лучевая терапия, и эксцентрация. Ну а когда мы говорим о подходе курабельности этой больной к лечению и к выбору метода лечения, мы, конечно же, должны учитывать вот эти вот данные. Общий статус, шкала по ЭКОК ВОЗ 0,20, отсутствие дефицита веса, сохранение аппетита, коррегирующая анемия, коррегирующая гипопротеинемия, креатинин меньше 130 мг на миллимоль на литр. Ну и местный статус. Отсутствие прямого прорастания в мочевой пузырь и прямую кишку. Отсутствие лимфостаза и отсутствие тромбоза вен нижних конечностей. Возможности проведения лучевой терапии у больной существуют 100%. Понятно, что на сегодняшний день многие хирурги скажут, да, мы будем делать эвисцерацию. Прекрасно. Но после лучевой терапии можно тоже сделать эвисцерацию, дождаться стихания лучевых каких-то реакций, и можно сделать эвисцерацию органов малого таза. Но при этом вы дадите возможность больной качественно прожить определенный период времени без выводящих катетеров и мочеприемников, и она у вас проживет определенное время. Дальше, если у вас будет прогрессирование, конечно же, вопрос ставить о висцерации будет просто необходимо. Спасибо за внимание. Спасибо. Людмила Ивановна, так вот кратко еще раз, как бы вы лечили пациентку? А? Как бы вы лечили пациентку? То есть прооперировали, вы ее прооперировали. Первый этап. Прооперировали дальше. С лучевой терапией. Проводили бы лучевую терапию. Да, обязательно бы, да. С брахи. Химиотерапия. Ладно, обсудим. Да. Потом так, дальше. Второй этап, рецидив. Да. Прооперировали. Лучевая терапия, поскольку на можно этапе было? Не там дали. Достаточно дозы. Ничего подобного. То есть вы бы радикальную, а вы бы радикальную дозу... 9 месяцев прошло. Подождите, а вы бы вначале радикальную проводили? То есть там она достаточно. Она и была радикально выполнена. Нет, я имею в виду, что первая лучевая терапия, просто как не лучевом терапии. Она 40 грей, она неадекватна. Да, то есть да, можно... Для аденокарцинома она неадекватна 40 грей. Ну вы бы надо 40 проводили. Больше. Нет, дозу. Вы бы давали больше дозу? Больше дозу давала. То есть вы бы давали большую дозу. Да. Потом, когда случился рецидив, вы бы могли дать еще... 9 месяцев могла бы еще... Вы бы еще могли дать лучевую терапию. Да. После... Но подключив химиотерапию к этому. А вы уже знаете, что... Подождите. Почему? Нет, мы еще не закончили. Нет, да, да. Нет, давайте нет, выходите. Нет, мне просто да. Интересно, как бы... Давайте, да. Давайте мы... Давайте мы будем соблюдать тогда, может быть, регламент, а потом дискуссия у нас будет после того, как наши глубоко уважаемые эксперты, они выступят. И следующим давайте мы пригласим нашего хирурга Кирилла Георгиевича Шоску, и он, во-первых, выскажет свое экспертное мнение, и выслушав оставшихся экспертов, мы уже обсудим все вместе возможные да. подходы к этому клиническому случаю. А можно презентацию произвести в этом? Нет, у меня вопрос такой был чисто технический. У нее после первого рецидива удалили влагалище до уретры, переднюю стенку. А как брахитерапию проводить при этом? Потому что практически вся передняя стенка влагалища не ушла, то, что говорили. Как брахитерапию проводить? Я не знаю, можно это делать? Можно, да? Ну я... Там же обязательно, да, верхняя треть должна быть удалена, насколько я понимаю, что рецидив в культе удаляется, наверное, верхняя треть, ну до средней трети, а там остается у вас всегда 3-4 сантиметра. На 3-4 сантиметра вы можете провести брахитерапию. Слушайте, а с учетом нет... того, что у вас доза на уретру выпадет определенная. Но вы это все должны учитывать тоже. Вторая. Извините, да. Единственное, что как хирург я могу сказать, если мы удаляем влагалище, резекцию влагалища даже до нижней трети, ну, наверное, мы все же ушиваем.
Да? Мы же не циркулярную резекцию влагалища делаем, правильно? Правильно, а это было не экстирпация влагалища, а резекция. Мы ушивали влагалище, насколько я предполагаю. Значит, теоретически подведение, наверное, там возможно. Мне кажется, что это так могло быть. Еще раз спасибо за приглашение хирурга в аудиторию гинекологов. И очень нестандартный такой случай, нестандартный. И, в общем-то, наверное, моя задача не объяснить всем, как эту больную надо было лечить, потому что я лишь маленькое звено в этом методе лечения, а просто, может быть, немножко изменить ваши взгляды вообще относительно эвисцерации, относительно жизни этих больных. Ну как, запускается? Ага. И с точки зрения тактической, наверное, вот мы в нашей клинике химиотерапию проводили до удаления первого рецидива, потому что так, наверное, было бы лучше.